Любишь испытывать свою удачу? Тогда онлайн-казино «Вулкан» точно для тебя. Это место, где можно, играя, зарабатывать реальные деньги. А главное, выигрыш легко и просто можно сразу вывести себе на кошелек. Интересно? Ссылка в описании под роликом. В мире огромное количество различных цветов. Все они красивые и необычные. Но в этом видео вы увидите действительно уникальные и очень красивые цветы. Трицертис коротковолосистый. Цветок окрашен пятнами и на вид выглядит очень красиво и необычно. Цветок достигает высоту 30-70 см. Радует то, что цветок можно легко размножать, и это отлично. Произрастает такое чудо в Японии. Вольфия. На втором месте у нас находится настоящий рекордсмен. Это самый маленький цветок из всех известных. Его размеры действительно впечатляют, так как в среднем они составляют 0,6 мм. Просто посмотрите на это. Найти такие цветки можно на различных водных поверхностях. Аморфалус титанический. На первый взгляд красивый, гордый и действительно большой цветок не так хорош в жизни. Дело в том, что этот цветок очень-очень сильно воняет. Растут такие цветки в тропиках, если он вам попадется, то вы наверняка не захотите подходить к нему поближе. Он очень редкий, и ранее его можно было найти на просторах Индонезии, сейчас же в различных ботанических садах. Высоту достигает около 2-3 метров. Психотрия возвышенная. Этот цветок можно найти в теплых местах, а именно в тропиках Южной и Северной Америки. Цветок также называют самым романтическим цветком из всех известных из-за его цветка в виде пламенных губ. Цветок приятно пахнет, хорошо выглядит, поэтому их много и часто разводят. Сексуальная орхидея. Само название этого цветка уже говорит о многом. Сексуальная орхидея является самой необычной орхидеей из всех известных. Дело в том, что такая орхидея выделяет феромоны, которые есть у самок осы, поэтому такое название. Обитает эта орхидея в Австралии. Кстати, интересный момент. Орхидея начинает цвести как раз в период размножения ос. Гиднора африканская. Нельзя сказать, что этот цветок действительно красив и на него приятно смотреть. Тем не менее, этот цветок действительно уникальный и произрастает он под землей. Только если в пустыне выпадает много осадков, то цветок вылазит из-под земли. Кстати, это цветок-паразит. То есть он живет только благодаря тому, что питается от корней других растений, которые находятся поблизости к нему. Благодарю, друзья, за просмотр. Вы были на канале Жук-паук. Напишите в комментариях, какой из этих цветков вам понравился больше всего. А также не забывайте ставить лайк и подписываться. Всем пока!